Это не похоже на сатанинский фестиваль крови убийства и Death Metal. Так, да. А это еще что за говно? Вали рыло! А это еще что за ряженые клоуны с разноцветными волосами в зале? Добро пожаловать! Вы попали на аниме-фестиваль. Где происходит магия перевоплощения в образ любимого персонажа. Хуйняги! Мы должны были выступать на карте DS Rock Metal фестивале, а попали в блядский цирк! Так может выступите у нас? Только сейчас у нас по программе будет одно выступление, а вас пристроим сразу за ними. У нас как раз один слот в блоке освободился. Я бы сейчас очень пристроился к чьей-нибудь заднице. Ладно, что вы знаете, делать все равно нечего. Водила нашего автобуса куда-то пропал. Мы согласны. Это еще что за параша? Они что, по фонограммам выступают? Они порочат само определение музыки. А ну вали их нахуй! Жалкие твари, сейчас мы порвем ваши девственные уши. Ну так ладно, пока мы не теряем настоящую музыку. Ударим рук в этой дыре. Свои жопы сюда! Let's go.
нужна свинья? Блин, но Атуса же заболела и не смогла приехать. О, боже мой, какая животная! А ну, метнись кабанчиком, и найди нам еще одну капиталистическую свинью! Но как я ее найду? По запаху, блин! Шо! Не обойтись. Народ требует свиней. Дементий, гони свиней. Так, а это что за тварь? Слышь, жертва аборта, ты где его нашел? Это водитель нашего автобуса. Ири! Рот, ты где был? И какого дьявола ты привез нас хуй знает куда? Блин, извините, ребята. Я вчера так нажрался, просто как свинья. И не выспался. В результате, судя по всему, перепутал пару поворотов и заблудился. Взять его! Приговариваю тебя к смерти своей самой страшной и запретной техникой, которой меня обучили отшельники, играющие легендарный поносный металл. И имя этой техники... Унитаз Бога Смерти! Нам больше нечего вас учить. Вы готовы? Тем временем в мыслях у Краузерсана. Да, блин, менеджер меня прикончит, если мы опоздаем на наше выступление. Нужно срочно убираться отсюда. Хотя тут все такие милые и классные. Как бы я хотел остаться. Наша работа здесь окончена. Валим! Посмотрите, где жалкие недоноски. Из-за вас, отбросов, мы просрали выступление на рок-фестивале. А вы, я напомню, должны были быть там хедлайнерами. Нет вам прощения. Готовьте свои задницы к смерти. Госпожа, простите нас. Мы больше так не будем. Нет, только не по лицу. Мои яйца! Из этой путаницы с автобусами вместо вас туда привезли группу каких-то клоунов в китайских костюмах с кучей страз под названием Кейши Кумпарк, которые зрители тут же закидали кардион, сожгли, а то, что осталось, сожрали без соли. И за этот провал я устрою вам вечные мучения в самом настоящем аду!